Экологические проблемы злободневны для жителей всей планеты. Они не обошли и наш регион. Экологи Шымкента стараются не только решать эти проблемы, но и в целях профилактики рассказывать, насколько важно сохранять нашу голубую планету в чистоте. Областной экологический центр провел семинар для молодежи. Основной темой стало экологическое воспитание и образование подрастающего поколения. На семинаре с учащимися беседовали экологи, натуралисты и руководство туристических станций. Также учащиеся областного экологического центра показали культурно-развлекательную программу. История областного экологического центра насчитывает 6 десятилетий. Сейчас в 15 кружках разных направлений занимается 652 воспитанника. Юные экологи знакомятся не только с экологической теорией, но и изучают живую природу на практике. Я хочу привлечь всех своих ровесников, чтобы мы совместными усилиями смогли содержать город в чистоте, ведь самый мелкий мусор способен загрязнить экологию нашего города и испортить его красивый вид. Если вы хотите выбросить мусор на улицу, пожалуйста, выбрасывайте его только в урны. Сандуга Шермаханова занимается в кружке «Экотеатр». Это не просто театр с модной приставкой «эко». Его ученики пытаются говорить о проблемах экологии с помощью искусства. Девушка призналась, что рада возможности выразить любовь к природе в своих выступлениях. Я считаю, что плохое отношение к экологии – показатель невоспитанности человека. Нас воспитывали наши родители и учителя. Они привили нам любовь к природе. И важно не подвести их, сохранить природу и сделать все, чтобы наш зеленый город расцвел еще больше. Экологический кризис – это не просто проблема экологии, это кризис общества и кризис современной культуры. Директор областного экологического центра Улжан Камытбекова считает, что прививать молодым людям гражданскую активность и ответственное отношение к окружающей среде лучше с ранних лет. Сейчас экологическая глобализация, правильно? И все наши усилия направлены на защиту этой окружающей среды, потому что это окружающая среда нас и кормит, и поит, и дает нам здоровье. А это все наши детки узнают на наших уроках, то есть в ходе кружковой работы. Воспитание бережного отношения к нашей экологии можно получить через художественную литературу, фильмы, телевидение и интернет. Но только личное знакомство с живой природой поможет понять, насколько она хрупкая и как она нуждается в нашей защите.